Почти два часа длился прием заместителя главы администрации округа Татьяны Квасниковой в территориальном отделе Расторгуева. Первый вопрос по телефону задала жительница улицы Спасская. Елена Тюхай волнует состояние аттракциона троллей на территории местного парка, необходимость ремонта Расторгуевской библиотеки, освещение подхода к ней, а также другие вопросы. Возможно ли в нашем парке, да, сделать или каток, горку для тюбинга, что-нибудь, такие зимние развлечения? По программе инициативного бюджетирования, правда, не в парке, а во дворе дома 27 на Петровском проезде, планируется организация катка. Об этом рассказала начальник территориального отдела Расторгуева Татьяна Полякова. Он размерный. Мы планируем по формате инициативного бюджетирования запустить проект. Ну, она хоккейно-футбольная. Если она пройдет по инициативному бюджетированию, то 100% она у нас с вами в следующей зиме будет. Целый список вопросов подготовила коренная жительница Расторгуевской части Видного Татьяна Коткова. Все они касались парка. Живя в непосредственной близости от него, Татьяна Владимировна пожаловалась на то, что очень много шума доставляют выходные, праздники в шатре. Кроме того, жительница внесла предложение о высадке деревьев – калины, рябины, боярышника, которые красивы в период созревания плодов. Татьяна Квасникова подхватила эту идею и пообещала, что сама примет участие в посадке зеленых насаждений. Я нашла вот в Татьяне Юрьевне очень отзывчивого, очень позитивного. И, честно сказать, это очень приятно и неожиданно. Я надеюсь, что все мои вопросы, которые я вот как бы озвучила, они не сложные на самом деле, они актуальные, они наболевшие, они вот отсюда. Вот поэтому и как бы не для себя, как говорится, а токмо ради детей. Татьяна Юрьевна выслушала и местного депутата, который собрал вопросы своих избирателей и донес до администрации. Все эти проблемы, они актуальны, как, к сожалению. И вот сегодня была встреча, и мы задавали вопросы по парку. Там есть очень много проблем с заездами, с внутренним содержанием. Поднимался жителям через меня вопрос по библиотеке, Расторгуевской библиотеке. Она у нас старая, требует ремонта. И Татьяна Юрьевна обещала откликнуться. Вопрос поднимался по 6-й школе. У нас часть ремонта школы пройдена. Мы провели ремонт школы, администрация района провела ремонт. И требует вторая часть ремонта. Об этом тоже мы сказали. Сама Татьяна Квасникова отметила, что подобные встречи необходимы и очень действенны. И мы сегодня, я думаю, что нашли целый ряд вообще путей решения каких-то проблем. Пусть они небольшие, эти проблемы, но если их не будет, жизнь будет легче, радостней. Я думаю, что возвращаться домой нашим жителям будет еще большее желание, бежать к своему подъезду, там, в свой парк, который рядом расположен. Замечательная традиция, очень востребованная традиция. Я, например, на приемы с гражданами иду всегда с какой-то радостью. Ну а чтобы решение вопросов не затянулось, чиновница пообещала выехать на территорию и своими глазами увидеть проблемы, волнующие жителей. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.